Знаете, я вроде бы тут живу, и как бы, блин, мне тут нравилось раньше, но сейчас тоже круто, но я понимаю, что вот такие вот какие-то движухи не особо вдохновляют, хочется все-таки видеть вокруг себя убранное пространство, хотя я сама грешу тем, что у меня в комнате какой-то трэш происходит. Но, блин, действительно, на Эмеретинке, допустим, как я знаю, там, я там была 2 года назад, там такого не было. Тут какое-то все такое более дикое, и с этой стороны это круто, что все дикое такое какое-то. Но с другой стороны хочется, да, чтобы все было ухожено, и вот я не понимаю пока что, что я хочу. Но круто и так, и так. Несмотря на то, что по меркам России это, блин, самое теплое, что может быть, зима. Но как бы все равно прохладно что-то. Вот. Весь январь. Я не училась в интернет-уроке, хотя, как, наверное, нужно было бы. Я хотела с февраля начать, но вообще не хочется. Вообще не хочется ни школу заканчивать, ничего делать, потому что не вижу никакого смысла. Мне это так надоело, такая хрень. Но все равно нужно будет где-то находить время на то, чтобы делать уроки с моим графичком. Вечерняя пробежка. На самом деле мы бежим, потому что дождь. Ну и чтобы немножко в форме быть. Hello всем. Everybody, кому? Мы поднимаемся на виллу. И я еще хочу сказать, что я... Что? Ну и на камеру хочу сказать. И заснять это для моего YouTube-канала, потом посмотришь. Так хорошо? Что же? А? Так что же? Так вот, что, когда я начала жить одна, у меня, когда я жила с родителями, была такая проблема, что порой я вставала там в 6 утра, они в это время спали, я их будила случайно. Вот. А тут я понимаю, что могу встать во сколько хочу, идти в душ, шуметь, никто мне ничего не скажет. Это вот такой кайф прям вообще. Что скажешь, мама? Я думаю, вставать хорошо тогда, когда тебе никуда не надо, не из-под палки. Однозначно. Тогда в хорошем настроении, в любое время просыпаешься. Хоть в 4 утра, хоть в 10, хоть в 12. А когда надо куда-то идти с принуждения, да, тогда даже в 10 часов проснись, у тебя не будет настроения. Конечно. Так что выбирайте свои цели, которые вам приятны, и будете всегда просыпаться. Еее! Прям как Юра рассказал. Темнеет. Возвращение на 4-й этаж. Давайте же посмотрим, что у нас происходит в номере. Если что-то там вообще происходит. Никого нет. Вау. Это да. Как будто бы одна живу, знаете, друзья. Итак, мы сейчас в такой компании. Да, идем в толстовках, у нас не холодно, в Сочи жара, все приезжайте на зимовку. Ну, свитер, толстовка, у меня толстовка. Вот, сейчас мы идем в йога-зал, будем тренироваться, конечно, ничего не видно, потому что уже вечер, но идем. Мы пришли на минут 10-15, чтобы потренироваться вот в этом йога-зале. Ой, какой милый блогер, самый милый блогер. Сколько тебе лет? 44, а ты так хорошо смотришься в кадре, так молодо и свежо. В целом все хорошо, все нравится, но единственное, вот такая неопрятность на пляже, это очень печально. Хотелось бы видеть вокруг себя
что-то более красивое. Хотя в этом есть какой-то такой шарм дикости, что ли. Ну что ж, я пришла провожать Володю на вот станцию там сзади нас. Что скажешь моим подписчикам? Всего хорошего. До скорых встреч. Володя! Очень прекрасный мужчина. А я побежала обратно к ребятам. Мы скоро уезжаем кое-куда. Вот. Закупили. Всем пока. Всем пока. Опа. Суть в том, чтобы денег не дешево, и поэтому здесь очень популярно. Интернет тут не было. Wi-Fi? Wi-Fi. Идем, наслаждаемся блаженством пространства. Дальше идем. Да. Сегодня 1 февраля, новый день, я иду сейчас гуляю недалеко относительно от места, где я живу. Вчера я уезжала вообще на ночевку, очень случайно, спонтанно это получилось, я просто поехала с ребятами немножко потусить и плюс посмотреть пространство, где они теперь будут жить, и мне тоже просто интересно там пожить, поэтому я пошла вообще, поехала, оценила все. И они мне предложили остаться, и мне было неловко перед Князичем уезжать, но я выбрала себя и выбрала то, чтобы тусить, потому что мне это интересно, мне это нравится. Сегодня я вернулась, и, блин, у меня очень насыщенная, классная жизнь. И за все время, что я в саморазвитии, я поняла некоторые вещи. Где-то год назад точно я зацепила в деньгах и думала, что это просто панацея от всего. Но потом я столкнулась с некоторыми проблемами со здоровьем, у меня лежала пачка денег, и... Лежала я рядом, как бы с ней, ну, условно, утрирую. И я понимала, хоть у меня миллион будет, хоть там миллиард, я ничего не сделаю, я буду лежать. И в этот момент я... Ценность денег для меня была потеряна, так же, как и когда родители не разрешали мне ездить в путешествия и делать себе доверенность для заселения в отель. Я не могла путешествовать, я ничего не могла. И я понимала, у меня есть деньги на путешествия, но у меня нет возможности. И в этот момент я так разочаровалась в деньгах. А сейчас, в целом, у меня сферы жизни более-менее, то есть... Но финансовая сторона действительно, она подхрамывает. Я понимаю, что мне приходится экономить очень во многом. А мне этого очень не хочется.